плоды помидоров по мере их поспевания огородники по-разному срывают. Имеется в виду время сбора урожая помидоров. Некоторые огородники предпочитают дожидаться, когда плод уже покраснеет непосредственно на кустике, а иногда срывают их раньше. Я принадлежу ко второй категории, то есть я срываю плоды. Вот, например, сорт севрюга. Вот в таком виде. То есть видно, что помидорка, она еще, конечно, не красная, но уже начинает вот уже поспевать. То есть, как бы говорят огородники в этом случае, начинают бланжеветь. То есть я собираю помидоры бланжевыми. Вот еще одна уже севрюга тоже уже поспевает. Ну, можно ножницами срезать, можно так убирать. Вот. Вот еще один плод. Это сорт севрюга. Вот он. И петруша-огородник. Севрюга замечательный сорт помидоров. У него довольно крупные плоды. Вот такие. Несмотря на то, что это детерминатный сорт, плоды у него очень крупные. И довольно много. Вот еще один. Там еще он. Зависть. То есть очень хороший сорт. Это севрюга. Детерминантный сорт. Завязывает крупные плоды. Ну а петруша огородник. Его многие знают. Он не очень крупный. Но завязывает довольно много плодов. И причем известно, что он очень неприхотлив. Сорванные бланжевые помидорки я ополаскиваю в баке с чистой водой, ну относительно чистой, конечно, на первый раз, потому что от грязи, у них грязь из-за дождей бывает, нападает. Потом удалю вот эти вот хвостики. Ополосну уже в чистой воде и положу дома в тарелочку, где они будут доспевать и потом уже будут использоваться. Вот такие первые помидорки.